Космический корабль «Союз МС-23», находящийся на МКС, провел перестыковку. Аппарат отошел от модуля «Поиск» российского сегмента станции и пристыковался к узловому модулю «Причал». Операция в ручном режиме заняла около 45 минут. В это время на борту «Союза» находились двое российских космонавтов и американский астронавт. Перестыковку провели для того, чтобы обеспечить безопасность выходов в открытый космос, которые запланированы на весну и лето в рамках российской космической программы.